мы уже собираемся. Здесь очень много всего вещей. Вот, сейчас буду рассказывать, потому что я почитала уже с утра с Ваней комментарии, и мы в шоке. Мы едем на Ване на день рождения. Так, дай на кухню пойду. Хочу как бы объяснить ситуацию. У Вани завтра день рождения, а то его уже поздравили с днем рождения. У Вани 28-го день рождения. Мы едем отдыхать и праздновать день рождения в горы. Мы едем туда не одни, мы едем с родителями. За тех, кто переживает за Маечку, Маечка остается дома вместе со своей хозяйкой. И многие пишут, что вы Маечку недолюбливаем. Дело в том, что у Маечки есть своя хозяйка, которая ее обожает. Поэтому они остаются дома. Почему они остаются дома? Они не захотели ехать на лыжи. И приедут друзья, и тут будет тусовка. Вот. А Пумочку мы забираем с собой, с нами едут родители, мы едем на 3 дня. Зачем такой большой чемодан? Потому что вещи лыжные очень-очень объемные, и мы туда сложили тетелины, дядь Вовины, мои, Ванины вещи. Только лыжные. Только лыжные, то есть штаны, куртка, перчатки, очки и шапки. И носки там еще лежат, все. Поэтому такой большой чемодан. Еда. Тетюля накрывает стол на всех нас. Там еще будут гости, которые к нам приедут. Поэтому еды много. Здесь и шашлыки, и салаты, и торт, и все остальное. А это вот вещи. А это дядь Вова. Ты скажи, что это мы аж на 3 дня набрали. Это на 3 дня набрали, да. Ну тут дело в том, что если так посмотреть, кастрюли убрать и эти, то не так уж и много. Еще в машине. Ну в машине только лыжи и этот, нет? Вещи. И вещи, и все. Еще мы наши вещи не положили. Да, Зай, где наши голубцы? Я не наложила. На кухне я положила все. Мама все положила, мы и плотненько завтракаем. А, кстати, надо Пумин туалет не забыть. Это очень важно. Ладно, мы сейчас будем завтрака обедать, потому что следующий прием пищи у нас будет вечером, когда мы уже туда приедем. Я там обязательно вам все покажу, расскажу. Так, все. Надюха с Маечкой на хозяйстве остается. Ты там в комментариях: вы Маю не любите, вы Маю одну оставляете. Бедная Маечка, вы ее недолюбливаете. Но Маечка остается со своей хозяюшкой, да, Маечка? Скажи, меня все любят очень даже сильно. Да, Майка? Она работает, поэтому мы продолжим. Да, Надюха у нас решила на праздниках... А? Там единственное касается, там чайника нет. Так мы вроде грели в этом кастрюльке. Ничего. Нормально. Но это все равно чай не пьет, можно. Голубцы. Как это не пьет? Она по утрам кофе пьет и чай. Не, Зай, ты что? Не-не, там был ковшик, была кастрюлька. Я все там было. Так, вот так вот я выгляжу. Вот. В моих угах. Беру с собой Пумочку. Все, мы пошли на улицу. Так, вот моя Пума. Пумочка, скажи всем привет. Все, мы выезжаем. Сейчас дверь откроем. Так. Зая, мы на улицу. Закидывать голубой огонек? Да он же не скачался полностью. Закинь. Голубой огонек, в смысле музыка? Ну да, концерт вот этот. Он еще 12 минут хотят забирать. Ну, а не полную, можно? Нет. Нет. Он для нас не качаться еще. А что-то музыкальное есть еще, по-моему? Нет. Там проблем не будет, там в интернете можно включить музыку. Флешку можно с этого взять, с машины. Там же музыка есть разная. И на ноутбуке включить. Ну все, выключай компьютер. В любом случае можно включить. Кого? Ютуб. Хорошо, выключай компьютер, свет и закрывай комнату. Ой. Так, ну что, вроде ничего не забыли, вроде все хорошо, так что с Богом. Так что, мы раньше выезжаем? Ну, пока в магазин. Пока туда, пока сюда, так что. Так, я закидываю или не закидываю? Он еще не скинулся. Не скачался. А где моя сумка синяя? Вот это я даю. Очень важную сумку забыла. Вот она. А что это важное? Ну что, там все зарядки, все провода, все эти. Это провода? Косметика у меня здесь. Ой, вот это вот очень ценный груз. Мы
мы с котиком уже спускаемся. Вот Пумин туалет, сама Пума, мой котик и я. Камера в камере? А? Заряд над камерой, там все. Да, ну и вторые зарядки вот у меня в сумке все. Вот мы уже спустили, ждем, пока все спустятся. Пума! Пумочка! Пумочка! Нюхает, нюхает. Ой. Это она у меня будет со мной сидеть. Так я пошел за сиденьем. Где? Вот тебе там цеплять. А, давай. Закрой машину, я тогда пойду на лавочку сяду. Туда. Я вам закрою машину. Так, тут я мокро. Ну ладно, я тогда на эту лавочку сяду. Тун-тун-тун-тун. Ой. Пумка-пумка. Сумка у меня тяжелая. Ой. Ой. Красавица моя. Едет гулять. Ой, мы нам еще сейчас в магазин заехать надо. Мы сейчас покупаем рыбку, и нам ее вон там вот женщина, вот эта вот, она нам ее чистит. Форельку мы купили. И будем готовить. На костре форель будем кушать. Мы уже едем в машине. Пума наша с ума тут сходит. Хочет гулять по салону, но ее никто не пускает. Так, Пумка. Пумка, скажи всем привет. Я лягушка-путешественница. Да, Пумочка? Вообще мы Пумочку уже много раз брали на улицу, но так долго мы еще никуда не ездили. Мы сейчас едем через Монсеррат. Очень знаменитый горы, вот так вот у нас в Испании. Многие, все, кто сюда приезжает, вот, едут в Монсеррат. Мы там были, там очень красиво. Вот. Обалденненько. Красиво очень. Так что, если приедете в Барселону и в Испанию, обязательно нужно съездить на Монсеррат. Там неописуемая красота, очень так красиво. Это наш регистратор. У нас сегодня солнечная погода. Красиво. Пума, давай, подержи. Я подержу. Пумка, ты что, пошла гулять? На этом, как оно, на панель, да? Или как называется? Панель. Пошла гулять на панель. Пуся, Пума. Пумочка. Что там? Все так интересно, да? Пумка. Скажи, эта машина побольше будет. Она же все время в маленькой, в вашей ездила. Ну, туда ее положи. Ну, не хочет. Только на пол ее не пускать. Не надо, чтобы она по полу ходила. Так, пошла порулить. Газ, говорит. Что такое? Ну, чего ты? Чего ты? Чего ты плачешь? Ой, как красиво. Вот эти лыжи отснимаются. Вон, видите, трамплины? Ага. Красиво здесь. Вот здесь внизу рыбачили. Ну, рыбка тут водится, да? Так, все, опять эти кусты, деревья. Еще будет? Мы остановились попить кофейку, я какао себе заказала, и Пума отправили в туалет, мало ли вдруг она от испугу захотела. Мы же подъезжаем, тут какая-то вон Ваня, а вон с той стороны. Вот. Так, Пумка, ты там делаешь дела или как? Вот, мы уже почти приехали, слушайте, прохладненько так. Ой, ну солнышко. Дорога хорошо проходит, нам еще час ехать и все, мы уже приедем. Я какао люблю теплое, мне попросили, чтобы мне его разогрели, потому что какао разогревается. Там вот вон мои сидят все, кофеек, чай. Си, грасиас, си, бен, грасиас. Вкусно. Так, хочешь чаек пьет? Видел там это? Там все полно. Столик стоял с видом на озеро.
Так? А там по-русски написано, запрещено входить со своей едой и напитками. На входе тоже еще не видела? А? На входе тоже. А, да? И в туалете написано, бумагу в унитаз не бросать по-русски. В этой кафешке, в этом ресторанчике, здесь люди обедают, и тут вид с окна вообще шикарный. А здесь вот. Смотрите. Вот такой вот вид. А здесь на углях делают вон овощи, мясо. Вот. Запрещено входить со своей едой и напитками. Это для особо одаренных. Ни в одном экземпляре. Ага. Так, все. Машину и в путь. Завод, но он заброшенный или нет? Не знаю. Вроде недостроенный какой-то. По серпантинчику едем. Так, мы сейчас будем Пуму фотографировать. Снег! Ура! Снег! Короче, здесь только что прыгал этот. Келя, рассказывай, что здесь было? Ну я не успела камеру заводить. Где? Все, вижу. Типа, как лучше на зайца похоже. Нет, это не заяц. Это олень. Микро. Блин, а я его в камере не вижу. Вот. Да приблизила. А вот там еще какие-то животные. Как они? Коровы, что ли? Ну, это олень, украинцы. Это олени. Бубенчиками. Как тут красиво. Иду. Мы подъезжаем. Вот он наш долгожданный снег. Снежок. Класс. Как мы высоко находимся. Перевал. Да, мы высоко. Очень. Так, Пума, не это. Вот, смотри. Вот, да. Вот, снимаю. Ой, красота. Но здесь не очень много. Вот там вот уже, там вот мы когда доедем уже, то там будет очень много снега. А здесь так. Ну. В доме не будет снега. Это сколько снега? Это почти во всю нашу машину. Ну да. Да? Ну да, да. Сфотографироваться ну, надо было. Ну давайте, вот здесь вот встанем. Давайте, уговорили. Мы вышли фоткаться со снегом. Снег! Мы как ненормальные. Кого-то никогда в жизни снега не видели, как мы за ним соскучились. Вот везде снег. Вот он. Все, сейчас на лыжах. Фарка медиа ура. И стамос в каса. А на 13 медиа искал. Война hasta ahora. Adiós. Что, задерживаемся? Это у нас тут Мишка встречает нас. Все, мы приехали, вот он наш домик. Вот, сейчас мы выгрузим вещи, я вам потом все покажу, да, что да. И как у нас здесь. А сейчас пока вещи будем выгружать. Ворота такие старинные, классные. Ну ладно, это что, я потом здесь? Покажу.